Колорадо медведи вломились в пиццерию, съели все мясо и ушли. Медведи поели и ориентировались хорошо, что не остались до утра. Как свидетельствует видео, опубликованное на странице одной из пиццерий штата Колорадо, в округе голодают, но не люди, а медведи. Так посреди ночи смелая мама медведица вместе с двумя медвежатами пробрались в заведение. Налетчики слопали все тесто и закусили солями. Прожорливые короли леса вырвали окно, а затем, преспокойно зайдя внутрь, открывали дверцы шкафчиков и поедали все вкусности. Несмотря на это, работники заведения против того, чтобы животных отстреливали. Дело в том, что на всех мусорных баках в городе установили защиту, поэтому мишкам просто больше негде питаться. В интернете появилось видео, на котором показан снежный человек. Согласно обнародованным видеокадрам, американец запечатлел на видео рев подлинного настоящего йети. Данное происшествие произошло еще в августе текущего года, но лишь несколько дней назад очевидец инцидента поделился своим открытием. Об этом сообщает издание «Российский диалог». Как отметил американец, но и далее намерен изучать данные территории, чтобы доказать существование снежного человека в этих окрестностях. В планах открывателя сделать более качественное фото или видеоматериал. На предоставленной ниже записи чей-то загадочный рев начинается слышаться с отметки 209. Изначально можно предположить, что это просто шум завода или другого промышленного объекта. Однако на отметке 2.23 становится предельно понятно, что это крик дикого животного, причем весьма крупного и неизвестно официальной науке. В свою очередь, охотники за йети заявили, что данные следы вызывают некие сомнения своей подлинностью. Рассел Миллер, который уже более половины десятилетий ищет неуловимых существ в лесах, окружающий город Хьюстон, говорит, что таинственные криптиды очень редко появляются в районах города Раунд Рок. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и также пишите комментарии по поводу происходящего.